Аплодисменты как пяти. У меня тут просто все просто. Я пела и пела себе. И растила детей. Им в этом феврале, вот будущего года, уже будет 2 года. Поэтому я только на сцене и только дома. Все. В общем, у меня практически та же самая история. Я пел и пел, и у меня тоже растут дети. А я себе каждый раз обещаю как-то изменить свою жизнь, меньше работать, больше уделять внимания отдыху, детям и вообще какому-то самосовершенствованию. Но это, видимо, у меня просто кризис среднего возраста. Это время такое. Но ничего не получается. Все как-то как шло, так и идет. Абсолютно согласна. Я уже думаю, ну вот максимум 10 концертов в месяц, максимум 10, и дома, ничего не получается. Я думаю, что это очень даже и хорошо. Пусть такие планы, мы отходим от таких планов, ничего в этом страшного нет. Ну да. Потому что работа у нас любимая, каждый из нас ее любит очень сильно, и слава богу, она есть.